Здравствуйте, друзья! Сегодня в интернете появилось видео, на котором люди, похожие на солистов группы «Нана», побывавшие с концертом в нашем городе на прошедших выходных, ведут себя, мягко сказать, не очень корректно, оголяя свою пятую точку, снимая все это на видео мобильного телефона, смеются и изгаляются над названиями городов Красноярского края. Я считаю данное видео оскорбительным и непристойным и требую публичных извинений данных персонажей. Также обращаюсь к исполняющему обязанности министра культуры Красноярского края Елене Николаевне Мироненко обратить на данный инцидент внимание и сделать все возможное, чтобы больше эти персонажи никогда не появлялись на сибирской земле. А вам, ребята, артисты, я желаю полных залов и все свои проблемы, связанные с пятой точкой,